Компания «Агроэлита» предлагает сорт моркови «Каскад». Это позднеспелый сорт, от 120 до 130 дней от всходов до технической спелости доходит. Корнеплод у него короткий, веретеновидный, с заостренным кончиком, сортотип «Шантене». Сердцевина и кора оранжевые. Масса корнеплода от 110 до 215 грамм доходит. Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для использования в свежем виде. И для длительного хранения этот сорт подходит тоже идеально. Урожайность дает от 2,5 до 3 килограмм 900 грамм на квадратный метр. Вот такой сорт моркови. Партия 234-44, вес 0,3 грамма. Давайте проверим. Красивые семена, такие бирюзового цвета, зеленоватые, 0,46 грамм.